Смотрите, ребенок Бога, и мы сражаемся. Смотри, ребенок Смайл Фредди. Гигант Смайл Фредди идет в атаку. Ну погнали, давай. Вот так всех их топтай. Ребят, всем привет! Вы на канале Смайл Фредди, и сегодня мы с вами поиграем в Тайкун Клона 2, ребята. Я в него ни разу не играл, сегодня с нами будет читер и бог, и поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее. Ну и, конечно же, перед просмотром ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы давайте будем начинать. Так, в общем, я могу тут за рубаксы что-то купить себе, да? Давайте мы сразу, ребят, ну... По классике, как обычно, берем, покупаем себе кэша. Так, что я могу строить? Клоун-машина. Вот это покупаем. Ну, слушайте, тут пока вроде как ничего такого прям дорогого-то нет. Но мы с вами потихонечку, смотри-ка, смотри, я строю. О! Бог к нам подошел! Здорово, Бог! Здорово! Давненько я жду тебя в этом тайкуне. Ого, смотри, там Смайл Фредди сколько! Клон Смайл Фредди, офигеть, смотри, это клон бога был, это ребенок бога, что? Смотрите, ребенок бога, и мы сражаемся, офигеть, это чувак какой-то, смотри, чувак, ты что тут стоишь? Ресет клоун, эдит клоун, эдит, офигеть, так, у меня меч есть, подожди, так, ладно, билд гем, так, давайте вот это посмотрим, что мы там еще можем с вами строить. Гигант-терминал. Блин, не могу построить. Давайте тогда вот так, вот так. Вот так. Офигеть, сколько тут всего. А почему так дорого? О, я закрылся. Так, у меня 700 кэша осталось. Так, давайте посмотрим, что мы можем с вами. Подвал какой-то можем сделать. Дверь. А вот это что такое? Ого, сколько всего. Офигеть, локет. Так, у меня 500 осталось. А давай пэта еще. Вон, пэт, штука какая. Так, ну и все, у меня больше денег нет, ребят. Офигеть, это база натуральная. Это бог. Погоди, это бог? Это реально бог, походу. Ну-ка, подождите-ка. Смотри, сколько Смайл Фредди. Смайл Фредди, клонируемся. Офигеть, ну, бог. Смотри, ребенок Смайл Фредди. Что, подожди, давай, вылазь отсюда. Вот этот чувак тут стоит, меня напрягает. Так, вот это, 4-7 хп. А почему я не могу взять? Я не могу. Режим боя, вот. Все, я теперь могу взять. Все. Ты кто такой? Пошел ван. Пошел ван. Клон какой-то, смотри. А он мощный. Почему ты не умираешь, клон? 30 кэша. Я, смотри, мои клоны убивают другие клоны. Офигеть. А вот это что такое? Что за коробочки? Давайте узнаем. Магазин какой-то, смотри. А, здесь клоны появляются. Нифига. Так, ладно, я понял. Магазин. Я могу еще купить, ребят, да? Давайте задонатим с вами 5000 еще и что-нибудь сделаем. Потому что, как-то, смотри, долго все прям строится. Я хочу, чтобы все быстрее строилось, ребята. Давай вот сюда заходим. Так, все, я здесь могу спрятаться, да? До меня никто не достанет. А это что такое? Ой, 40 гемов. А у меня нету гемов, да? Да, ребят, а у меня нету гемов. 150, давай за 50 робуксов купим 50 гемов и посмотрим, что я могу построить. Ну-ка, давай, 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 вот это билд, ребята. Pet Unicorn. И все? И все, я больше ничего не могу, ребят. Это просто пэт. Это просто пэт, походу, капец. Так, ладно. Спир какой-то, Air Clones. Давай еще одних клонов. Air. Air. Так, подожди, электрик клоны. Что? Смотри, бог убегает, смотри. Бог, здорово, смотри, бегает. Бегает бог. Так, ладно. Стоун, надо, чтобы... А вон люди у меня, видите, они добывают. Ясно, они добытчики, ребят. Все, фаер тип клон. Смотри, сколько у меня... Что? Бог, ты как сюда пришел? Вау, вот это ты взлетаешь. Я его убил. Он прыгнул на мой меч. Зря ты это сделал. Зачем ты так сделал, я не знаю, ребят. Так, гигантский терминал. Я не знаю, что это за терминал. Hard drive. Durability, давай прокачаем. Прокачаем вот эту штуку. Spear. Офигеть. Это оружие, я понял, ребят. Это оружие, я все понял. Poison тип клон. Кстати, это новый тип клонов будет, да? Poison. Давай вот так вот сделаем. Офигеть, я закрываюсь тут по полной просто.
Спид. Ребят, скорость прокачали мы. Можем, кстати, еще скорость прокачать. Так, это что такое за ноль? Это что это я построил наверху? Так, лесенка. Лесенка нам обязательно нужна, потому что как мне до туда добраться? Так, давай посмотрим теперь, ребят. Ну-ка, давай сейчас попробуем до туда пройти. Подняться туда. Так, у меня есть теперь вот такая вот пика. Вот. Подожди. Да, смотри, какая. Так. О, читак! Здорово! Здорово, Фредди! На тебе, получай, читак! Не приходи на мою базу! Ой, а чё, я кидаюсь, что ли, просто? Подожди, спир. Я просто кидаться могу? На. А, нет. Сейчас, подожди. Читер, я попробую на тебя, ладно? А, у него выключен, ребят. У тебя выключен режим сражений. Да. А это что такое, ребят, смотри. Что-то заблокировано, Вы не разблокировали ни одного набора персонажей. В смысле? Наборы персонажей какие-то. Ну, слушайте. Так, сколько у меня денег, кстати? По 50 кэш я получаю, но... Что-то я не понял. Что теперь... О, вот это что такое? Это кто? Смотри, это мои клоны, походу, делаются. Компьютер, кэш, лаборатория какая-то. Офигеть. Ладно, давай посмотрим, сколько у нас денежек. 1600. Ну, в принципе, так, давай посмотрим, что мы еще можем сделать. Клоун-контроллер. Давай вот эту штуку за 1000, ребят. И пиксер нам надо. Нам надо, чтобы больше добывали. Ваш клон убил кого-то. Ну, кстати... То, что мои клоны убивают, это очень круто. Давай вот так вот. Пяу. И все, сейчас... Эй, кто там сражается? Ваш клон убил клона кого-то. Ты кто такой вообще? Иди отсюда. Ты кто такой, клон? Вот этот клон достал, уж тут стоит, смотри. Иди отсюда с моей базы. Пошел вон. Смотри, он просто стоит. Отталкиваю тебя. Эй, мои клоны, убейте вот этого клона, а? Эй, Смайл Фредди. Смотри, ребенок Смайл Фредди. Жесть, смотри, маленький, реально малютка Смайл Фредди. Блин, офигеть, ребята. Так весело это выглядит, конечно, капец. А вон там это база бога, ребят. Обалдеть. А я могу, например, продать вот эти вот, что за ресурсы? Бог, здорово. Офигеть, у тебя тут, это что за оружие такое? Ну-ка, подожди, а я могу его взять или нет? Бог, поделись оружием. Тут нельзя оружие брать. В смысле нельзя? Вот это у тебя, конечно, база жесткая. Смотри, самолет там потом будет. Офигеть. Эй, читер, смотри, читер дерется с моим клоном. Офигеть, ребят, армия читеров против армии меня. Обалдеть. Так, давайте посмотрим, сколько мы там накопили. Ну-ка. 1600. Руф, это следующий этаж, походу. О, это крыша. Так, Пэт Тигр, Мистик Тип Клон. Мы, кстати, смотри, уже сколько сделали. Эй, читер, уйди! Хватит драться тебе, я отстраиваюсь, смотри. Попал ко мне! Все-таки! Уйди! Да ты достал, я тебя что, трогал, что ли? У него вообще мало жизни, ребят. Мало жизни. Так, ладно, я здесь снова появился. Клон-контроллер. Это что за клон-контроллер? Я не знаю. Так, базу давай построим. А там химик какой-то. Интересно, он будет мне помогать или нет? Спид, старт... старт какая-то штука. Я не знаю, ребят. Тут реально очень много всего вообще. Я не знаю, что даже улучшать. Вот это light, desk and PC. Это типа компьютеры, что ли, у нас сейчас будут? Ну-ка, давай-ка посмотрим. Что-то, короче, наставил где-то. О, вот, смотри, компьютеры реально появились. Только я не пойму, а что у нас еще появилось? Так, ладно, хорошо. Надо, как я понял, ребят, лучше клонов улучшать, да? Потому что они постоянно сражаются, и они нам реально приносят очень много денег. Вот это, ты кто такой? Бей вот этого бей. Вот, смотри, клоны читера, офигеть. Ребят, это просто жесть. Смотри, сколько сражающихся-то. Ну-ка. На тебя, получай, вот, я клона убил. Ну-ка, где сам читер? Вон, читер сам стоит, вижу. Сейчас я до тебя доберусь, читер. Ты меня уничтожил, я тебя уничтожу. Давай, он меня видит, ребят. На тебе. Отомстил. Пока он строился, я ему отомстил. Все, лежать. Смотри, сейчас на меня еще пойдет. А, давай, клон Смайл Фредди, сражайся с другим клоном. Офигеть, смотри, что происходит. Уходим. Все, ребят, нам надо вот здесь крышу поставить, потому что до нас легко могут добраться. Вон, смотри, видите, клоны, смотри. Ну ладно, мои клоны уничтожили его. Так, у меня 2000 денег. Гладиатор Арена, да, какая-то там еще.
Durability, Clone Controller. Вот это, что за Clone Controller, ребят? 2500 стоит. Давайте купим, посмотрим, что я купил вообще. Clone Controller. Где Clone Controller? Вот. Control you clone. А, я могу и контролировать клонов. Офигеть, ребята. Я просто бегаю за клона. Смотри, давай затроллим читера. На тебе, читак. Тебя сейчас клон убьет. Ребят, нифига себе, смотри. Так, сейчас. Смотри, убегает какой засранец, да? Иди сюда. Что там бегаешь? Смотри, какой быстрый, а. Смотри, он думает, а почему он от меня не отстает? Так, давай вот так встану. И типа завис. Ребят. Так, смотри, он стоит. Я иду на него. Иди сюда, читак! Ребята, уничтожил его клоном. Ну что, читер, ты готов еще умереть? Давай. Ну иди сюда. Смотри, он бегает от меня и не понимает, походу, вообще, что происходит. Так, я клонов тут всех поуничтожаю сейчас. Эй, ну-ка не лежать. Куда он? Где он вообще? Ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут. Я могу контролировать их, просто жесть. А если я другим каким-нибудь стану? Маленьким, например, ребят, ну-ка. Я могу маленьким стать, например? Во, смотри, реально, я ребенок Смайл Фредди. Я маленький Смайл Фредди. О, ну-ка сейчас. Бог, клон, хватит лежать. Где читер-то? Так, это не читер. Блин, читера что-то не видно. Он, походу, около меня там стоит, да? Эй, читак, где он? Его нет тут? Нет. Он не около меня, значит, он где-то в другом месте. Ладно, ребята, давайте посмотрим, сколько у нас денежек накопилось. Так. 2800, давайте мы с вами... Что бы прокачать? Energy, давай вот эту штуку прокачаем. Black, вот это я не знаю, что такое. Простой символ, так, старт, флур. Давай вот так. О, вот теперь там никто не сможет зайти, по идее. Дурабилити, давай дурабилити, блин, не хватает немножко до дурабилити, да? Но давай вот тогда вот так сделаем, во. Fire, так, а вот это что такое, интересно, ребят, смотри, у нас могут разные виды клонов быть, да? Давай сейчас посмотрим, ну-ка. По идее, я, может быть, могу выбирать их. Ну-ка. Нет, ребят, я их не могу выбирать. К сожалению, да. Но я не знаю, почему этот вид что-то дает. Смотри, электрик, мистик. Может быть, у меня, когда клоны появляются, у них какие-нибудь способности свои уже есть, да? Ну, может быть, такое. Ну-ка, я могу, смотри, редактировать еще. А! Во, смотри, электрик, poison, air, мистик. И, например, fire. Ну-ка. Они сейчас у меня будут вылазить, смотрите, другие. Давай, ты какой? Вот, смотри, он без оружия. Но у них сейчас какие-то другие способности. Ну-ка, давай посмотрим. Он огненный какой-то, ну-ка. Бам. Нет, это не огненный, это другой какой-то был. В общем, я каких-то сделал клонов. Непонятных, да, смотри, они какие-то сейчас странные. Они у меня просто кулаками дерутся. Они почему-то у меня реально дерутся кулаками? Почему? Эй, подожди. Вот, regenerate total 20% extra damage. Ну давай, вот этот fire будет. Этот electric. А этот air. Air. О, вон кто-то, смотри, прыгает прямо на меня. Иди отсюда. Так, блин, а я сюда не смогу зайти, да, пока? Блин. А, прячемся, кто-то за мной идет. Так, все, давайте отстраиваться дальше. У нас 1800. А, кстати, подвал мне недоступен. Вот, смотри, челик какой-то идет ко мне. Хочет пройти, но не получится. А финиш флур. О, что-то там, смотри, какой-то closed. Closed какой-то. Непонятно, что это такое. А, миссит пэд, ладдер, кстати. Ну-ка, вот, это следующее, да, мы добавили. Так, и джет. Вот, джет, ребята. Это, походу, этот будет. Ган клоун машин. За 900, ребят, смотри, Жан-Клод Ван Дам. Energy Core какой-то, Energy Core. Что вообще происходит? Почему у меня эти не убивают? Почему у меня кэш не зарабатывается? Эй, у меня клоны вообще будут драться или нет сегодня? Что-то я не понял, ребят, что ничего не происходит? Они мне так приносили много всего, а теперь что-то они какие-то... Смотри, сколько клонов! Читера! Что вообще происходит? Давай, деритесь! Почему они не дерутся? Почему они не убивают?
Неужели она... Неужели... Чё за фигня? Ну-ка вот так. Ресет. Давай, ресетаем всех. И власти по новой. Может быть, они багнулись? Ну-ка, давай попробуем все-таки basic. Basic. Basic, ну-ка. Почему у них оружия нет? Где у них оружие? Ну, короче, пофиг, ребят. Они, по идее, должны быть крутые. Вот, например, я Fire, это все выбираю. Но они почему-то... Во, у них... Во, у них оружие появилось. Блин, я не понимаю. Ладно, давай посмотрим. Я отсюда смогу... Блин, отсюда не смогу уже запрыгнуть, да? Ну, потихонечку все-таки развиваемся. Да, потихонечку развиваемся. Я хочу... О, во, неужели мне кэш начали давать? Хоть по чуть-чуть, ребята, хоть по чуть-чуть. Гладиатор арена, гем-капсул какая-то. И что-то я хотел сделать, ребят. Я уже забыл, пока бегал туда-сюда. Давайте вот так вот попробуем. А, ну вон там какая-то штучка появилась. Слушайте. Эй, здорово, челик. Ты что, хочешь со мной подраться или не хочешь со мной драться, а? Ну, а, он не может со мной драться. Ясно, ребят. Ясно все с тобой. Уйди от моей базы. Уйди, уйди, уйди. Ну, он, короче, ребят, не дерется со мной. Короче, я понял. Что-то фигня какая-то происходит. Давайте мы с вами сделаем basic. Потому что все остальные, они ничего не делают. Давайте вот так еще ресетнем. Потому что у читера... Вы смотрите, сколько у читера клонов. Пошел вон с этими клонами. Блин, меня просто загасили они. Офигеть. Вот, смотри, видите, basic, и у них... Нормальное орудие. Все, сейчас будет сражение идти. А то, блин, фигня какая-то была. Читер, отвали от меня. Вот так вот. Смотри, какой прилетел, а. И хотел меня уничтожить. Не получится. Галактик Акс. Во. Новое орудие у меня, ребят. Так, ты что тут стоишь? Уйди отсюда. У меня Галактик Акс есть теперь. Так, не туда бегу. Эй, читак. А, это клон читера. Офигеть. Так, надо Галактик Акс, ребят, попробовать. Ну-ка, галактическая. Галактическая, ну-ка. Эй, читер, отстань! Достал! Смотри, прилетает. Ого, там перчатки бесконечности какие-то у бога! Вы видели? Смотри, чем пуляются! Клоны, офигеть! Эй! Вот, читак, уйди! Уйди! У него... Чё? Они перчатки бесконечности! Меня просто... не, подожди, это какие-то бластеры! А я тоже хочу такие бластеры! Обалдеть! А и что делать тогда? Gold Pixel. Так, что делать-то? Gun Clone Machine, ну-ка. Во, это что такое? Gun Clone Machine наверху. Давайте сейчас бегаем, посмотрим. Я хочу подняться наверх. Пожалуйста, не трогайте меня на моей же базе. Так, здесь нет. Вот там, смотри. Бог, конечно, обалдеть, как жестко развился. Так, это что такое? Ну-ка. Это я, у меня пистолет типа будет или нет? Нет. Во, у моих пистолеты, смотри, появились. Вот. Вот это уже другой разговорчик. Блин, ну против бога, ребят. Я не знаю, мне надо помогать. Мне надо помогать вот так. Очень много клонов. Блин, капец. Малютка бога, смотрите. Обалдеть, это просто какая-то жесть. Так, подождите-ка, давайте посмотрим. Game Store, Gladiator, Future Plan. Так, 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 так. Energy Sword, Level 2 Gun. Давай вот так. О, я понял. Вот оно что. Все, теперь у меня сейчас жесткие ребята будут. Смотрите, я прокачиваю орудие. Вот, ребята, пошло дело. Сейчас мы покажем, как надо развиваться. Увеличиваем еще, и это максимум. Теперь у меня такие же стволы, ребят. Теперь у меня, у моих клонов... Такое же орудие. Ну-ка, давай посмотрим. Ну-ка, ну-ка, новенькие сейчас вылезут, ребят. Ну-ка, вон, смотри. С топориками, с топориками. А где? С топориком. Ну так-то смотри, мы нехило их начинаем уничтожать. Топорик. А где этот ствол-то? Достаньте стволы. Вот, у него этого в руках что-то есть, но... А вот, появился пистолет. А, вот, смотри, сколько моих клонов идут в атаку, просто жесть. Давай, давай, вот так вот. Ну, вроде как неплохо, ребята, неплохо развиваемся. Неплохо, нехило, я бы даже сказал.
Ну-ка, давай посмотрим, что у нас там, 1200, да, что я могу улучшить? Jet, Energy Swirl, давай Energy Swirl попробуем. А, это вот здесь, да? Dark Heat, Speed, давай скорость улучшим. Это, скорее всего, скорость у именно клонов, а не у меня, ребят. Energy Core, я не знаю, что это такое, Energy Core, давайте попробуем. Может быть, и его тоже сейчас сделаем, давайте добавим его. Эй! Читер, ты офигел совсем, что ли? Пошел вон! Вот так! У него совсем какашечка осталась маленькая! Вонючка, читер, ты вообще обнаглел. Парень, ты сюда не заходи, тут читер борзый бегает. Ну-ка, у моих там оружие-то есть нормальное, нет? Так, подожди, может быть, все-таки мне надо... Смотрите, мне кажется, мне самому надо выбирать, какое орудие будет у этих. Вот, атом. Вот, атом, все, я выбрал, сейчас у них у всех должен быть атом, ну-ка. Давай, доставайте атомы. У кого-то пистолет, смотрите, у кого-то... Давай, ну где, я специально же для вас сделал это орудие. У кого-то это, у кого-то то. Где это-то? О, смотри, по 70 кэша получаю, нифига. Ну где? Клон, на тебе, клон, получай. А вот этот клон, кстати, без ничего был. Блин. А чё, зачем я тогда вон ту штуку покупал, если у меня клоны появляются без этой той штуки? Давай посмотрим, что там у нас сейчас, сколько? 1600, да? Egg Chair. Вот это что такое? Egg Chair. Я не знаю, купил что-то. Cash Science. Давайте вот так вот сделаем. Clone Science. Это какие-то штучки тоже. Наверное, они нам понадобятся. Missile Pad, Гладиатор Арена, Гем. Вот эту штуку давайте поставим. О, там какая-то штукенция у нас появилась. Плюс 100, у нас плюс 100 теперь дается, ребят. Нифига, это что за штуки мы тут наставили? Это что такое? На кнопку по 100 я теперь получаю. Получал по 50, теперь по 100. Ой, у меня питомец Рейнбоу есть, офигеть. Имя Пэта, смотри. Нифига, вот зачем мы сдонатили, ребят. У нас теперь есть вот такой вот питомчик. Ну да. О, вон, смотри, видите? У него, он, главное, пуляет с такими штуками. А где мое? О, во, я тоже пуляюсь, ребята! Ха-ха! Вот оно что. Так, имя Пэта могу написать. Ладно, давайте Пэта уберем. И, а, нет, нам надо попасть и посмотреть, сколько мы накопили. Да я хочу что-нибудь еще купить. Крутое. Ну-ка, дальше посмотрим, что у нас, сколько там денег. 1100, что-то мало денег. 1100, 1200. По идее, по 100, смотри. А, ну да, прибавляется. Durability, Pet Tiger. Не, Pet нам не нужен. Plane, Gladiator Arena. Вот это, давайте 2000 сейчас накопим. Missile Pad. Посмотрим, что это такое. Эй, ты что там открываешь? Не открывай там ничего. Ну-ка, Missile Pad. Мы что-то, короче, купили. Ваш клон убил NPC. Ну, слушайте, мои клоны доминируют тут. Неплохо так доминируют. Ну-ка, и у меня, кстати, новое же орудие. Вот это появилось, да? Во. Какая-то штукенция. Это типа лазерный меч. 700 денег. Станция взлома. Дизастер машина. Что это такое? Это пипец как много стоит-то. Вон, смотри, читак бегает что-то вдалеке. Куда он побежал, непонятно. Гладиатор арена. Я не знаю, для чего это, конечно, надо. Но нам сейчас очень много надо накопить до следующего непонятного. Эй, кто меня бьет? Читак меня бьет. Где ты? Выходи. Вон он, давай, на. Бесишь ты меня, бесишь. Ой, я с Пэтом появляюсь, что ли? Да, я с Пэтом появляюсь. Иди отсюда. Читак, давай. Как мужик сражайся, что ты сквозь стенки-то уходишь, а? Эй, не мужик ты, читер. Ты боишься с нормального сражения. Ну да, ребят, смотри, он не хочет ко мне подходить. Ладно, сколько я там накопил? 1800, что так мало? Мало копится, мало очень копится. Мне надо 9500, капец. Ну ладно, копим. Я, ребят, что-то нажал, смотрите, тут у нас гигантский терминал какой-то. И смотри, он у меня накапливает силу, энергию. Читер, ты достал меня, хватит меня убивать. И ладно бы ты дрался еще нормально, а то ты, блин, со своими читами. А, это чувак нормально, он просто прыгает и узнал меня. А вот этот клон достал, он тут стоит уже 62 года. Уйди отсюда с моей базы, иди вон к читеру и там у него стой. Иди, сказал, отсюда.
Видишь, какой у меня питомец крутой. Уйди отсюда, уйди вот так, вон туда куда-нибудь. Отойди, отойди от моей базы. Не надо тут около меня стоять. Кто там так? Это читер, смотри. А, это клон читера. Эй! Блин, то читер, то клон. Вот даже клоны читера сражаются лучше, чем он. Так, давай. Вон, смотри, смотри. А чё их так это уничтожает, я не понял. Смотри, у нас 50% ребят зарядился. Это, давайте, кстати, режим боя вот так отключим. Пока что, чтобы нас читер не трогал. Где мои-то клоны? А где мои клоны, ребят? У меня клоны куда-то исчезли. У меня гигантский терминал. Сейчас, подождите, ребят, смотри, сейчас что-то будет прикольное. У меня, смотрите, не появляются клоны, но сейчас что-то будет очень прикольное. Походу. Смотрите, смотрите, смотрите. Давай, давай, 20%. Читер, ты меня не убьешь. Не убьешь ты меня, все, отвали. 20% меньше 20, уже 15, ребят. Да отстань ты, читер, не убьешь ты меня, я бессмертен. Я бессмертен. Смотри, я клон. Я вылез из этого портала, как клон Смайл Фредди. 5, ребята, процентов. Ну, давай, покажи, что сейчас будет. Ну-ка, 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 ну-ка. Пау. Релиз, гигант. Ого! Нифига! Подожди, в смысле? Что? Нет, ребята, я случайно нажал на ресет клонов. Вот, это гигантский у нас сейчас будет Смайл Фредди. Вот это да, ребят, это терминал. А я взял, я взял, зафейлил. Короче, вот у меня появляются все-таки эти мои клоны. А я взял, зафейлил. Черт, теперь снова ждать. Ну что, ребята, вызываем гиганта. Погнали. Гигант Смайл Фредди идет в атаку. Ну погнали, давай. Вот так, всех их топтай. Чего? А чё он такой слабый? Зачем я его позвал, если он такой слабый? Короче, проще тогда делать этих. Давай гладиаторскую арену сделаем. Что это? Гладиаторская арена. Это телепорт какой-то, что ли? Джет. Вот, кстати, давайте посмотрим на джет. Блин, там много еще всяких улучшений, ребята. И они капец какие дорогие. Я хочу вот здесь посмотреть. Это что такое? Чё за гладиатор арена? Ну-ка. Я туда телепортируюсь? Yes. Телепортинг. А-а-а! Куда я телепортировался? Что? Фу, 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 что? Не понял. Я на какой-то арене? Select your fighter. Что происходит, ребят? А вот, смотри. Мои клоны против других клонов. Ну, мой клон, точнее. Смотри, а там какой-то гигант-клон. И, походу, ГГшечка, да, мне? Хотя не уверен. Хотя не уверен. У меня два клона осталось. И чё? 40 секунд получается, и потом выяснится, кто победитель? Чё-то странно как-то. Ну, я, походу, проиграл. Потому что, смотрите, ребят, никого больше не осталось там. Ребят, я как понял, здесь у нас еще, смотри, дальше следующий раунд будет. Эй, я не понимаю. Тут, смотрите, поинты какие-то нужны. Я, короче, то же самое сейчас вызываю, ребят. Но можно обратно возвратиться туда, откуда я пришел. Но не факт, что я буду. Да, ребят, я теперь появился на другом сервере без читера и... без бога, к сожалению. Ребят, если вам понравилась эта игра, можем обязательно продолжить в нее играть. Но вы, конечно же, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.